Наказание в виде 3 лет условно назначил Сургутский городской суд Раисе Мамедовой за попытки разжигания межнациональной вражды в домовом чате. Финальное заседание состоялось сегодня. Подсудимой предоставили последнее слово. В нем она просила не назначать ей наказание в виде реального лишения свободы. Также Раиса Мамедова в своей речи извинилась за оскорбления. Сказала, что произнесла их в гневе. Рассмотрение дела длилось несколько месяцев. За это время подсудимая сменила 2 адвокатов. В интервью после вынесения приговора Раиса Мамедова заявила, что не будет подавать апелляцию. Было доказано то, что изначально оскорбили мою нацию, оскорбили моих детей, но по сей день никто не принес извинения, хотя я раз, наверное, 10 уже принесла извинения, да, из-за того, что меня спровоцировали, но в мой адрес извинения не поступали. А с приговором я, согласна, конечно.